أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я продолжу свое повествование о Хазрате Абу-Бакре, да будет доволен им Аллах, и о походах, которые были совершены против мятежников в период его халифата. Одиннадцатый поход был совершен в Йемен под командованием Мухаджира бин Аби Умайя. Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, вручив ему знамя, приказал ему сражаться против Асвада Анси и помочь племени Абна, против которого сражались Кайс ибн Макшух и другие жители Йемена. В те времена в Йемене было два главных рода. Это были местные люди из племени Савах и Хамир, а также персидский род под названием Абна. В те времена Йеменом правил род Абна под протекторатом персидского царя Хасрова, поэтому этот период называется периодом правления рода Абна. Одним словом, Хазрат Абу-Бакр приказал Мухаджиру после завершения этого похода отправиться в Хазар-Маут для сражения с племенем Кинда. Хазар-Маут – это большой район, находящийся к востоку от Йемена. Он состоял из десятка селений. Хазар-Маут находится в 216 милях от Саны. Кинда – это известное в Йемене племя. Мухаджира звали Мухаджир бин Абу Умайя бин Мугира бин Абдулла. Он был братом одной из матерей верующих, Хазрат Умми Сальмы, да будет доволен ею Аллах. Он принимал участие в битве при Бадре на стороне многобожников. В этой битве погибли два его брата, Хишам и Масхуд. До принятия ислама его звали Валидом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поменял его имя. Повествуется о том, что в битве при Бадре он остался позади, и когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся с битвы, он проявил недовольство мухаджирам. Однажды Умми Сальма, когда она мыла голову посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказала ему: «Если вы недовольны моим братом, то ничего не может принести мне пользу». Почувствовав мягкость и милосердие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, она знаками показала своей служанке позвать Мухаджира. Мухаджир пришел и извинялся до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не принял его извинений. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил в отношении него довольство и назначил его сборщиком заката в Кинду. Однако он заболел и не смог отправиться туда, назначив на свое место Зияда.
Позднее, когда он выздоровел, Хазрат Абу-Бакр назначил его правителем территории, начиная с Наджрана и до границ Йемена. Он также повелел ему сражаться. Захак бин Фируз повествует. Зуль-Химар Абдалля бин Кааб был самым первым вероотступником и основателем вероотступничества в Йемене во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был известен под именем Асват Анси. Он был вождем йеменского племени Бану Анс. Его звали Асвадом из-за его темной кожи. Согласно другому повествованию, его звали Ухайля бин Кааб бин Ауф Анси. Он был известен по прозвищу Зуль-Хамар, поскольку всегда кутался в покрывало. Согласно другим повествованиям, его называли Зуль-Хумар из-за того, что он всегда был пьяным. Согласно еще одному повествованию, он был известен по прозвищу Зуль-Химар, поскольку у него был осел. Он надрессировал его так, что этот осел по его приказу совершал перед ним земной поклон, а также по его приказу вставал и садился. Согласно еще одному повествованию, его звали Зуль-Химаром из-за того, что он всегда говорил, что человек, который приносил ему откровения, всегда был верхом на осле. Повествует, что он называл себя Рахманом Йемена, в то время как Мусалима называл себя Рахманом Ямамы. Он также утверждал, что ему не спосылаются откровения и что он мог заранее узнавать о планах врагов. Мусалима показывал людям разные фокусы, поскольку был обыкновенным обманщиком. В хадисах Бухари было рассказано о появлении двух людей, которые выдвигали ложное притязание на пророчество. Абу Хурайра передал мне, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пока я спал, я видел во сне два золотых браслета на моей руке, и это меня слишком беспокоило. Затем во сне мне было дано божественное указание сдуть их. Я сдул их, и они исчезли. Я воспринял эти два браслета как символы двух лжецов, которые появятся после меня. Итак, одним из них был Аль-Анси из Йемена, а другим Мусайлима Аль-Казаб из Ямамы». Также в хадисах Бухари ибн Аббас повествует: «Мне рассказали о сне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне приснились браслеты на обоих моих запястьях. Мне это не понравилось, и я сильно испугался. Затем мне было повелено подуть на них, и они исчезли. Я понял это так, что в мое время появятся двое лжецов, которые восстанут против меня». Убайдулла повествует: «Одним из них был Анси, который был убит руками Фируза в Йемене. Вторым был Мусайлима Казаб. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил послание персидскому царю Хосрову, тот пришел в ярость и приказал правителю Йемена Базану, которого также звали Бадан, принести ему на мече голову посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И Базан отправил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двух человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Мой Аллах сообщил мне, что ваш царь погиб от рук своего сына Ширви, который объявил себя новым царем». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также пригласил Базана в ислам и сказал, что если он примет ислам, он может оставаться правителем Йемена. После этого оба этих человека вернулись в Йемен и сообщили об этом Базану, и когда он узнал, что пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в точности исполнилось, он принял приглашение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ислам.
и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил его править Йеменом. Об этом письме и приглашении в ислам Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте написал: «Абдулла ибн Хузафа сказал, что когда он прибыл ко двору Хосрова, он подал прошение о допуске к Хосрову. Он передал Хосрову письмо, и тот приказал переводчику прочитать его и объяснить его суть. Выслушав его содержание, Хосров пришел в ярость. Он забрал письмо и разорвал его на мелкие кусочки. Абдулла ибн Хузафа сообщил об этом происшествии посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Услышав это сообщение, пророк сказал: «То же самое, что Хосров сделал с нашим письмом, Бог сделает с его империей, то есть разорвет ее на куски». Вспыльчивость, проявленная Хосровом по этому поводу, была результатом пагубной пропаганды, которую вели против ислама иудеи, эмигрировавшие с римской территории в Персию. Эти иудейские беженцы принимали ведущее участие в антиримских интригах, организованных в Персии, и поэтому стали любимцами персидского дворца. Хосров был полон гнева против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сообщения о пророке, который иудеи привезли в Персию, подтверждались этим письмом. Хосров считал посланника Аллаха агрессивным авантюристом, имеющим виды на Персию. Вскоре после этого Хосров написал губернатору Йемена, сообщив, что один из курайшитов в Аравии объявил себя пророком, и его требования становятся чрезмерными. Губернатора попросили прислать двух человек, которым было поручено арестовать этого курайшита и доставить его во дворец Персии. Басхан, губернатор Йемена, при Хосрове послал к пророку военачальника с конным спутником. Он также передал им письмо, адресованное пророку, в котором говорилось, что по получении письма пророк должен немедленно в сопровождении двух посланцев прибыть во дворец Персии. Эти двое планировали сначала отправиться в Мекку. Где-то недалеко от Таифа им сказали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, живет в Медине. Итак, они отправились в Медину. По прибытии этот военачальник сообщил пророку, мир ему и благословение Аллаха, что Хосров приказал Басхану, губернатору Йемена, арестовать и отправить его в Персию. Если пророк откажется повиноваться, он и его народ будут уничтожены, а их страна будет опустошена. Из сострадания к пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, эта делегация из Йемена настояла на том, чтобы он послушался и согласился на то, чтобы его привели в Персию. Выслушав это, пророк предложил посланцам встретиться с ним снова на следующий день. Ночью пророк помолился Богу, который сообщил ему, что дерзость Хосрова будет стоить ему жизни. «Мы настроили против него его собственного сына, и сын убьет своего отца в понедельник 10-го Джумада Аль-Уля этого года». Согласно некоторым сообщениям в Откровении говорилось, «Сын убил отца этой самой ночью». Вполне возможно, что в ту самую ночь было 10-е Джумада Аль-Уля. Утром пророк отправил за йеменскими посланцами и рассказал им, что было ему ниспослано ночью. Затем он продиктовал письмо для Басхана, в котором говорилось, что Хосров должен быть убит в определенный день определенного месяца. Когда губернатор Йемена получил письмо, он сказал: «Если этот человек истинный пророк, то все будет так, как он говорит. Если он не прав, тогда да поможет Бог ему и его стране». Вскоре после этого в порт Йемена прибыло судно из Персии. Оно привезло письмо от правителя Персии губернатору Йемена. На письме была новая печать, из чего губернатор заключил, что пророчество арабского пророка исполнилось. Новая печать означала появление нового царя. Он вскрыл письмо, которое гласило: «От Хосрова Ширви Басхану, губернатору Йемена. Я убил своего отца, потому что его правление стало порочным и несправедливым. Он убивал дворян и жестоко обращался со своими подданными. Как только ты получишь это письмо, собери всех офицеров и попроси их подтвердить свою преданность мне.
Что касается приказов моего отца об аресте арабского пророка, то вы должны считать эти приказы отмененными». Базан был настолько впечатлен этими событиями, что он и многие его друзья сразу же объявили о своей вере в ислам и сообщили об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это взято из книги Хазрата Обетованного Реформатора «Введение в священный Коран». После смерти Базана посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своих наместников в разные районы Йемена. Муаз бин Джабай был назначен учителем ислама в Йемен и в Хазар-Маут, поэтому он регулярно посещал эти районы. Асват был хакином, прорицателем на юге Йемена. Он был гипнотизером и имел ловкие руки. Он покорял сердца людей своими речами. Он также выдвигал ложные притязания на пророчество. Он говорил людям, что ему не спосылается ангел, который сообщает ему обо всем и рассказывает ему все планы врагов. Слушая его речи, невежественные люди приходили к нему. Он также выдвинул лозунг о том, что Йемен принадлежит только йеменцам. Жителям Йемена этот лозунг понравился, и он оказал для них сильное влияние. Это древняя традиция, которую и сегодня люди используют для распространения смуты. Поскольку в Йемене ислам еще недостаточно окреп, люди оказались под влиянием его речей. Они уже были готовы освободить свою страну от иноземных захватчиков. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Усаме бин Зайду подготовить свои войска для отмщения за мучеников, которые погибли в битве при Мауте, а также для защиты северной части своих территорий. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел местным вождям продолжать противостоять Асваду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как только Усама вместе со своим войском вернется с победой, я отправлю его к вам в Йемен». У Асвада было большое войско, которое состояло из 700 конных воинов. Кроме этого, у него были верблюжьи отряды. Когда его правительство в Йемене укрепилось, он назначил своего наместника Умара бин Мади Караба в племя Музхач. Этот человек был известен как искусный наездник, поэт и оратор. Он был известен под куней Абу Суор. В 10 году по хиджре вместе со своим племенем Бану Зубайд он прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и принял ислам. Однако, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он стал вероотступником. Тем не менее, позднее он все-таки вернулся к истине. Он храбро сражался в битве при Кадисии и умер в конце периода халифата Хазрата Умара. Говоря коротко, далее повествуется о том, что сначала Асват Анси напал на жителей Наджрана и изгнал оттуда Умара ибн Хазама и Халида бин Саида. Затем он напал на город Сана, где сражался с Шахаром бин Базаном, который стал мучеником в этом сражении.
В это время Муаз бин Джабаль находился еще в городе Сана. Увидев сложившееся положение, он отправился к Абу Мусе в Маариб, и оттуда они вместе отправились в Хазар-Маут. Таким образом, Асват Анси захватил весь Йемен. После мученической смерти Шахара бин Базана, Асват Анси без разрешения его супруги женился на ней. Эту женщину звали Мурзубана или Азад. В это же время мусульмане Йемена и Хазар-Маута получили приказ посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сражаться со Асватом Анси. Муаз бин Джабаль вышел вперед и укрепил сердца мусульман. Дишенс Дельми написал о том, что Вебер бин Юханнас принес письмо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В некоторых местах имя Дишенс пишется как Джашиш Дельми. Одним словом, он был из тех, кому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел уничтожить Асвада Анси. Он убил Асвада Анси с помощью Фируза и Дазуве. Вебера бин Юханнаса также звали Вабра бин Юханнас. Он был из рода Абна. В 10 году по хиджре он прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и принял ислам. Он повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал им письмо, в котором повелел им оставаться в своей религии, сражаться против Асвада Анси и передать весть посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тем, которые до сих пор оставались стойкими в исламе и готовы оказывать помощь. Они так и поступили, но поняли, что все их планы против Асвада осуществить невозможно. Дишенс Дельми повествует, что они узнали о том, что между Асвадом и Кайсом бин Абд Явусом возникли разногласия. Они думали, что Кайс хочет спасти свою жизнь. Существует разногласие относительно имени Кайс бин Абд Явус. Согласно одному из повествований, его звали Хабира бин Абд Явус или Абд Явус бин Хабира. Согласно Абу Мусе, его звали Кайс бин Авус бин Макшух. Согласно одному повествованию, он не был сподвижником. Согласно другому повествованию, он встречался с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и даже передал хадис от него. Он был участником ликвидации Асвада Анси. Он также был племянником Омара бин Маади Карба. Сначала он тоже совершил вероотступничество, но затем вернулся в ислам. Он принимал участие в победе над Ираком в битве при Кадисе и на Хаванде. Он также принимал участие в битве при Сифине на стороне Хазрата Али, где и обрел мученическую смерть. Дишенс Дельми повествует о том, что они пригласили Кайса в ислам и передали ему весть посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По их словам, он сразу же согласился, будто они спустились с небес. Таким же образом они написали письма и другим людям. Вожди разных племен согласились противостоять Асваду. Посредством писем они обещали свою помощь в этом деле. Однако им ответили, чтобы они не покидали своих мест, пока они не сообщат им о своем окончательном решении. После письма посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было необходимо противостоять Асваду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также написал жителям Наджрана о деле Асвада, и они тоже согласились противостоять ему. Когда Асвад узнал об этом, он почувствовал свою гибель. Далее Дишенс Дельми повествует о том, что он придумал план.
он пришел к жене Асвада Азад, которая была вдовой Шахара бин Базана. Асвад женился на ней после его мученической смерти. Он напомнил ей о мученической смерти ее бывшего мужа и гибели других членов ее семьи, а также обо всех ее мучениях от рук Асвада. И она с удовольствием согласилась помочь им и сказала: «Клянусь Богом, я считаю Асвада самым злым человеком из всех творений Всевышнего Аллаха. Он не выполняет обязанности перед Всевышним Аллахом и не отказывается от вещей, недозволенных Всевышним Аллахом. Когда вы будете составлять план его уничтожения, сообщите мне об этом, и я тоже подумаю, что можно будет сделать». В итоге, составив план с помощью жены Асвада Анси, ночью они зашли во дворец и убили его. На следующее утро они поднялись на стены крепости и объявили людям о том, что глава вероотступников Асвад убит. Мусульмане и неверные собрались вокруг крепости, после этого был провозглашен азан, и мусульмане стали произносить следующие слова: «Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Асвад Анси – лжец». Затем на глазах людей они сбросили вниз его голову. Таким образом, эта смута была подавлена в течение 3-4 месяцев. Все руководители и сборщики заката стали работать в своих районах, как обычно. Муаз бин Джабаль возглавил коллективную молитву. Весть об уничтожении Асвада Анси, поражении его войск и подавлении смуты дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но когда это произошло, он уже покинул этот мир. Также повествуется, что Всевышний Аллах в ту же ночь посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, весть об уничтожении Асвада Анси. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже сообщил об этом своим сподвижникам. Он сообщил, что Асвад Анси убил Фируз. Самая первая благая весть, которую получил Хазрат Абу Бакр, став халифом, была весть о смерти Асвада Анси. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил эту весть ночью, а утром покинул этот мир. Согласно одному повествованию, когда прибыл человек с вестью о смерти Асвада, люди уже были заняты похоронами посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно еще одному повествованию, весть о смерти Асвада Анси дошла до Медины спустя 10-12 дней после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. К тому времени Хазрат Абу Бакр был уже избран халифом. Существуют разные повествования, но это событие произошло за 8-10 дней до или после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После смерти Асвада правление мусульман возобновилось, но в Йемене снова поднялся мятеж. Когда люди узнали о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положение ухудшилось. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Кайс Абд Явуз, который вместе с Фирузом и Базвой убил Асвада Анси, тоже совершил вероотступничество. Он был известным и умным человеком, а также отличался своим патриотизмом. Ему не нравилось правление Персии в Йемене. Он сильно желал уничтожить их единство и экономику. Он уже до этого считался успешным военачальником. Он провел переговоры с военачальниками Асвада Анси и уже планировал изгнать персов из Йемена. Он также испортил отношения с Фирузом и Базвой. Он убил Базву с обманом и чуть было не убил Фируза. Фируз написал об этом Хазрату Абу Бакру и обещал, что персы станут преданы ему.
Он попросил у него помощи и пообещал, что они готовы на любые жертвы ради ислама. Повествуется, что во время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Зияд бин Лабид был сборщиком заката в районе Хазар-Маут. Зияд бин Лабид был сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У него был один сын по имени Абдулла. Зияд бин Лабид вместе с 70 сподвижниками принял ислам во время второго обета верности в Акабе. После принятия ислама он вернулся в Медину. Сначала он разбил всех идолов своего племени Бану Бияз. Затем вернулся обратно в Мекку и оставался там вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до его переселения в Медину. По этой причине Зияда назвали Мухаджиром Ансари. Он вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал в битвах при Бадре, при Ухуте, Урва и во всех других битвах. Зияд приветствовал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также предложил ему в качестве жилья свой дом, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил через их квартал. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отпустите мою верблюдицу, и она сама найдет место моего пребывания». Вместе с Мухаррам в 9 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Зияда сборщиком заката и милостыни в Хазар-Маут. Он служил в этой должности до периода халифата Хазрата Умара. После этого он жил в Куфе, где и умер в 41 году по хиджре. Далее повествуется о войске Мухаджира, которое было отправлено в Наджран. Это было 11-е войско под командованием Мухаджира Абу Умайи, организованное и отправленное Хазратом Абу Бакром в Йемен. С ними также была группа, состоящая из мухаджиров и ансаров. Когда это войско проходило через Мекку, к нему присоединился правитель Мекки Халид бин Усейд, который был братом Утаба бин Усейда. Когда это войско проходило через Таиф, к нему присоединился Абдурахман бин Аас вместе со своими сотоварищами. Также по пути к ним присоединились люди разных племен. В итоге это войско стало самым большим войском. Далее об аресте Умара бин Маади, Карба и Кайса бин Махшуха повествуется следующее. Умар бин Маади, Карб из-за высокомерия своей храбрости и силы поднял мятеж против исламских правителей и присоединил к себе Кайса бин Абд Явуса. Они вдвоем посетили каждое племя и настроили их против мусульман. В итоге к ним присоединились многие племена, и они подняли мятеж. Христиане Наджрана, которые заключили мирный договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжали соблюдать этот договор в период халифата Хазрата Абу Бакра. Когда жители Йемена узнали о большом войске Мухаджира, они стали сомневаться, смогут ли они оказать им сопротивление или нет. Когда они пребывали в таком состоянии, их вожди Кайс и Умар бин Маади Карб разделились, несмотря на то, что ранее они хотели противостоять Мухаджиру. Затем они стали противостоять друг другу. В итоге Умар бин Маади Карб решил присоединиться к мусульманам. Однажды ночью он напал на жилище Кайса, он арестовал его и привез к Мухаджиру. Таким образом, Мухаджир не только арестовал Кайса, но и взял в плен Умара бин Маади Карба. Он подробно написал обо всем Хазрату Абу Бакру и отправил к нему этих людей. Хазрат Абу Бакр, обратившись к Кайсу, сказал: «Ты очень жестоко обошелся с рабами Аллаха и убил их. Ты взял себе в друзья многобожников и мятежников, оставив верующих. Если бы Хазрат Абу Бакр нашел хотя бы малейшую его вину, он приказал бы казнить его». Кайс не признавал своего участия в убийстве Базвы, поскольку эта операция была тайной, и они не нашли никакого явного свидетельства против Кайса.
Хазрат Абу-Бакр тоже не нашел никаких доказательств против него и поэтому освободил его. Затем, обратившись к Умару Маади Карбу, Хазрат Абу-Бакр сказал: «Разве тебе не позорно каждый день терпеть поражение? Если ты станешь помогать исламу, Всевышний Аллах возвысит твой статус». Таким образом, Хазрат Абу-Бакр освободил их и передал их собственным племенам. После этого Умар сказал: «Воистину, теперь я буду поступать согласно наставлению повелителя верующих и больше никогда не совершу такой ошибки». Поскольку против них не было достаточно свидетельств, и они были вождями своих племен, Хазрат Абу-Бакр простил их. Об их прощении один из историков написал следующее: «Хазрат Абу-Бакр был очень мудрым человеком. Он всегда думал наперед. Он поступал жестко там, где это было нужно. Там, где нужно было простить, он поступал соответственно. Он всегда желал собрать все племена и обиженных людей под знамя ислама. Его мудрая политика состояла в том, что он простил вождей племен противников, когда они вернулись к истине. Когда Хазрат Абу-Бакр одержал верх над вероотступниками племен Йемена и показал им величие ислама, честь и силу мусульман, эти люди признали власть мусульман и повиновались халифу пророка». Хазрат Абу-Бакр посчитал более разумным простить вождей этих племен. Он простил их, мягко беседовал с ними и использовал их влияние в пользу ислама и мусульман. Он простил их ошибки и хорошо отнесся к ним. Он поступил также с Кайсом бин Абд Яфусом и Умаром Маади Карбом. Они оба были разумными и храбрыми людьми из числа арабов, и поэтому Хазрат Абу-Бакр не хотел, чтобы они оказались бесполезными в деле ислама. Он старался сделать их искренними по отношению к исламу, чтобы они больше не сомневались в отношении ислама и вероотступничества. Хазрат Абу-Бакр освободил Умара бин Маади Карба. После этого он больше не приближался к вероотступничеству и прожил свою жизнь, будучи мусульманином. Всевышний Аллах помог ему, и он сыграл большую роль в победах, одержанных исламом. Кайс тоже попросил прощения за свои поступки, и Хазрат Абу-Бакр простил его. В будущем их освобождение принесло большую пользу исламу. Таким образом, Хазрат Абу-Бакр укрепил сердца людей, которые после вероотступничества вернулись в ислам. Он также простил Ашаса бин Кайса. Также он одержал победу над сердцами людей, и в будущем они стали помощниками и силой ислама. Они приняли ислам без какого-либо принуждения и повиновались Хазрату Абу-Бакру. Мухаджир отправился из Наджрана в Лахджу. По пути они захватили группу всадников, которые попросили у них прощения, но Мухаджир отказал им. Они разделились на две группы. Одна группа сражалась против Мухаджира в местности Аджиб, которая находится на территории Йемена. Другая группа Мухаджира под командованием Абдуллы по пути в Ахабас сражалась против врагов. В Йемене, в районе Алаб, племя Бану Ак тоже подняло мятеж. Их назвали ахабасами. Путь, на котором произошло сражение против этих нечестных и злых людей, носит название Тарикуль-Ахабас. Далее о прибытии Мухаджира в город Сана написано, что Мухаджир отправился из Аджиба и прибыл в город Сана, откуда отправился в погоню за бежавшими племенами. Мусульмане не простили и убивали всех мятежников, которые им попадались. Все те, кроме мятежников, которые покаялись, были прощены. Не были прощены только те, кто был жестоким и сражался против мусульман. Все остальные не были прощены и с ними поступили так же, как они поступали с мусульманами.
Они хотели, чтобы люди исправили себя. Следующее повествование будет более подробным, и поэтому на этом я завершаю. Об этом я расскажу в следующий раз, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر